сыграть в контраст. Посмотрим дальше. Уж очень больно интересно. Игра видна. Показать, если можно сказать, отказаться от нового Unreal и сделать игру на третьем движке, то можно еще показать вот в этом году какие-то игры. Последовать за Диди. Винченцо это этот иллюзионист. Винченцо, you know, when he travels all around the world. Так, давайте нам не разрешают посмотреть картинки. Сейчас подожди. Да я хоть все осмотрю. Диди. За этой девочкой вот никак это. Если туда можно, конечно. Прям вот что-то от третьей графики, да? Прям какие-то воспоминания, блин, я не знаю. Что так знакомо. Такая-то что у нас? Это нельзя взять? Ну, Зари, за которую мы играем, да, или Дон, или Даун. Сильная женщина, могу сказать. Носит все, что не попадя. Но при этом она не может прыгать. За исключением коробок. Так, теперь... где она? Я теперь уже заблудился. Пока это рассматривал, вот это все. Опа! Вот что мы нашли. Один из четырех. Интересно, интересно. Тут еще что-то есть, да? А, вот здесь. Пистолет. Магнум, скорее всего. Я не достану. Вот зараза. Нет, ты что? Брат, иди сюда. Вот зараза ты такая. Джонни. Вот зараза. А передвинуть предмет нельзя никогда. Bad people.
А во. Я хочу туда достать, только не знаю как. О, как ты взял? Джонни, я как-то взял, брат. Так, здесь что у нас? А, последовать за Диди. Просто ее там не было. Мы упустили его? Попасть тайно. Найдется, уже нашлось. Так, а дай-ка я еще там осмотрю. Попасть в тайну, мастерскую. Так, брат. Надо посмотреть. А, во! C4. Шикарно. То есть башкой можно взять, да, этот люм? Просто шикарно. Это то же самое, все. Мы нашли все четыре, шикарно. Но при этом ничего не получили. Странно, что я вылез оттуда, но войти еще раз не могу. Окей. Ну, типа, окей. Ладно, берем. Понятно. Понятно, ща, подожди. Вот так сразу, да? Понял. Ну, надеюсь, получится. Я в этом не уверен. Но, скорее всего, получится. Опа, шикарно. Теперь... Я не знаю, наверное, так, скорее всего. А
Она даже прочитерить нельзя. Вот зараза. Надо ж туда как-то поп... А подожди-ка, а я туда... Что-то смогу попасть, верно? Войти в тень? Нет. Значит, все это наверху отвечает. Так, остается только понять, как это сделать. Чтобы добраться до сюда. Давай так, что ли? Я уж не знаю. Так. Так, не работает. Я бы хотел как-то... О, блинский. Я уж не знаю. Давай так сделаем. Сейчас. Нет, так не получается. Ну, если только так. Floor machine. Elevator reset. Опять какая-то хренотень. Пойду в тайную мастерскую. Я хоть посмотрю на это все. Интересно. Взаимодействовать. А это какая-то газетенка, да? Посмотреть в коллекционке. Научный подход к вопросу. Ох, это я столько пропустил? В смысле? Ну, типа, ладно. Интересные приборы. Не разбираюсь я в искусстве, но да ладно.
Та же самая скульптура. Так. Здесь посмотрим. Какая-то штука непонятная. Ой, так, теперь остается другую дверь открыть, да? Надо посмотреть, что же сделать. Что же сделать нужно? По сути, это то же самое. Так, остается только это понять. Это слишком большая. Можно здесь задавить. Не, надо что-то сделать совсем другое. Это какая-то срань непонятная. Ну, типа... Ладно, давай так. Подожди. А можно это прочетерить в смысле несколько раз? Эту фигню стать. Да, прочитерить можно. Балинский. Ча. Балинский. Ну или можно так сделать. Оп. Так, теперь остается ждать. А, в смысле? Вот зараза. Что я не так делаю? О, шикарно. Ждем. А, ну, можно это, через тень пройти. Все. Балинский. Ну ты даешь. Мне кажется, так сойдет. Вот так сойдет. Так интересно. О, шикарно. О! Пошло дело. О, пошло дело. В смысле пошло? Почему меня так сбрасывает? Давайте, работай. Понятно, задавили тебя.
смысле? Вот интересно, что меня там держит? EB04, спасибо за фоллоу. Присоединяйся, будь как гостем. Если будут вопросы, задавай и решим вместе. Вот тебе секретный звук. Молодец, молодец. Так, теперь подождем. Вот так, шикарно. Шикарно. Так, ну что меня здесь тревожит? Там тень. В смысле? Может перенаправить как-то? Тогда будет вообще какая-то хрена тень. Так, надо по-другому прочтерить. Ну да. Му. Привет. Ну хорошо, давай так сделаем. Еще больше сделаем. Ну вот так нормально. Нет. Вот. Вот так нормально, да? Нормально, да? Я уж надеюсь на это. А, во, во. Это, наверное, этот подоконник мешал. Но она поднялась. Мы спустились. Мы ж в тени, да? Чувак занимается уборкой. Здесь смотрим. Нам нужно подняться наверх. И скорее всего вот эта тень должна быть. Ну да, конечно, конечно. Но опять что-то помешало. Но он прям как будто кёрлинг играет. Я? Ты что, чувак? Развернулся резко. Не, брат, давай без этого. Оп, шикарно. Это мы, конечно, открываем. Какие-то картинки. Научный подход к вопросу. Череп, человек, какая-то пуля и калибри. Ну или это не пуля, а взгляд такой. Но почему-то именно картинка уже вот здесь находится. И вот здесь... Я тогда не понимаю. Наверное, я очень много пропустил вот этих картинок, которые надо было брать. Войти в тень? Нет. Ну, с Богом, что ли? Я фиг знаю. Оп. Да, поехали. Она залезла, и я залезла. Так, газетная вырезка. Иллюзионист отменяет представление без объяснения причин. Пятница 4 марта. Да, сегодня пятница, но не 4 марта.
Иллюзионист пропал, но шоу продолжается. Поклонники необычного уже давно дожидались приезда невероятного Винченцо Гластонбери. В начале весны театр Строуд объявил, что в июле этот иллюзионист, слова которого гремит все громче, даст в городе 10 представлений. К сожалению, затем Строуд объявил, что молодой чародей, вместо того, чтобы исчезать и появляться из ниоткуда, не появится вовсе. Ни Строуд, ни представители маэстро Винченцо не дали никаких объяснений. Из-за чего? Нехваток денег или... потому что аттракцион уже все готов под хвост. What are you doing here? Кто ты? How did you get in? Through the big clock? You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Dee Dee. Dee Melancholia. Oh. И что? Your mother put you up to this, didn't she? She thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want a child? What would I do with one? Hmm? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? Молодец. Довел до ребенка. Ну ты иллюзионист от Бога, брат. Ну ты иллюзионист от Бога. Молодец, брат. You're better off with Cat. A little girl should be with her mother. Брат, молодец, да, вот так нужно говорить с ребенком. Теперь уже нет, все, минус фанат. А, ладно, плюс фанат. Третий акт. Закрыть глаза. От чего тут закрывать? Мне уже страшно от этой главы. Встретиться с Диди на сцене. Если бы знать, где эта ваша сцена. Я надеюсь, что в конце все будет хорошо. Потому что игра-то очень классная. А вот... с такими играми всегда что-то встречается не очень-то хорошее. А вот сцена. What do I do with you? Lock you up? Put bars on the windows? I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at five. I'm a rising star, right? Секретарша. Did Johnny know about this? Because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just need... just wanted... And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal! Этот фильм я забыл, как называется. I knew this was another one of Johnny's pipe dreams. You screwed up again, didn't you? Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it, I got it. They're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them their money back, you can't pay us. Это вот так, друзья, да? Хотят поговорить. Go find a spare ball. Fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. We need to light up the stage somehow. Добраться до маяка? А где маяк? А вот он, о, боже мой. А, ну я там был в начале. Я там... привет, Рики. This is a weird...
Red Lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? А теперь, когда мы сделаем маяк, они вот эти братки, которые дали это под затыльник, типа, ну чё, давай выпьем, а, Фрэнсис? Угу. Рики вчера это 2 часа прошел чекана на легкой сложности. Не стал на трудном. Если будет возможность, то, может, наверное, на трудном пройду. Я не знаю, что там на трудном. Теперь у меня остаются другие планы, Рики. Теперь мне нужно с Хеллом поговорить по поводу РГГ. Это первое. Вот. Изменить правила. Потом мне оформление сделать. Я пока еще не добрался. И вот что-то с марафоном делать Шиноби. Я еще не выбирал, какие игры, но уже представление имею. Подожди-ка, а что мне сделать? Осветить сцену я понял, чтобы это помочь Фрэнсису, этому чуваку. Завершением спасибо, Рики, спасибо большое. Я, как говорится, старалась в женском роде. Я старалась. Да ты шутишь. Ну, у меня ж не такая свежая голова. А, так, да, у меня и правда не свежая голова. Ладно. А когда следующий 50 список, да, игры на SNES, это я не знаю. Мне очень хочется RGG запустить. Я думаю, будет круто. Так, здесь что? Взаимодействие. Давай взаимодействуем. Что у нас? Свет появляется? Ну, сейчас я отдыхаю, Рики. Сейчас я отдыхаю. Вот, игрушку хочу посмотреть. Только видел это, еще раз повторяю, много раз буду повторять, в журнальчике, это раз, и у кого-то видел на стриме, но это очень давно, вот, и мне очень, вот, я такой вспомнил, а есть же игра, да, с девушкой в нуар стиле 20-х годов, вот, хочется эту посмотреть игру. И... по сути, пока играется очень кайфово. Прям мне это заходит. Пока что. Ну, я боюсь концовки вот этой всякой срани, потому что вот, когда смотришь на такой сюжет, вот думаешь, блин, уже наперед. Вот какая-то срань будет, собака. Но сам не играл. Я не знаю, мне... я уже теперь не могу покупать игры. Блин, вообще не могу. Я бы купил. Меня даже через этот Казахстан не пускают. Шикарно просто. Ну, я уж не знаю... А, ну она не прыгает, она сильная женщина, но она не прыгает. А зажариться можно? Давайте попробуем. Нет, зажариться нельзя, шикарно. Остается только это понять. Купишь и не играешь, это у многих так бывает. Я вот какие игры купил, да? Ну хорошо, рад, что я BioShock сыграл. Вот. Узнал. Шикарная серия.
И что-то говорят о четвертой части. Только там не Кен Левин будет. А какой-то другой. Ну я хер знает. А что там продолжать? И вообще, лучше уж Кен Левин, чем какой-то новый чувак. Это ж его детище. Кен знает, короче. Так. А почему? Подожди, а вот там есть что-нибудь взаимодействовать? Нет. Это чтобы это открыть, да? Ага. Ну я не знаю, с такой формой она может справиться. Прям не знаю, вот с разбега вот так, оп, подняла, оп, и через там между этими двумя ступеньками пролезла бы. Ну, это я уже преувеличиваю. Если я бы так сделал, так бы сделал. Тут такой возможности нет, повыпендриваться. Интересно. Ну, допустим, давай взаимодействуем, да, брат? А теперь войти. А давай так сделаем. Давай так сделаем. Ну, а, шикарно. Так, надо подумать. Коробка не просто так. Врубаешь. Появляется луч. Уронить. Но мне нужно именно сделать так, чтобы... Ага. Мешает. Мешает, брат, мешает. Работает только так, но мне нужна эта коробка. Я не знаю, что с коробкой это сделать. А так она не может, прыгать не может. Вот сестра, давай думать вместе. Чё ты от меня хочешь? Мне все равно подняться нужно наверх, верно?
Поэтому... А что если... Подожди-ка, а коробка же не просто так стоит. А что если... Ну, подсветить это вряд ли, чтобы коробка увеличилась. Это же верно? Просто я посмотрел. Вот так, подожди-ка. Ага. Да ты шутишь, боже мой. Да ты шутишь. Но у меня голова не свежая, ну извините. Я бы не догадался именно вот, что в тени вот такая физика будет. Это не Little Big Planet, верно? Так, теперь. А вот теперь уже какая-то хренотень сейчас будет. Это я точно в этом уверен. Это сломать можно? Зараза. Хорошо. Во! Шикарно, шикарно, шикарно. Так, брат. Давай сразу, работаем. Ой, шикарно, брат. Сестра. Так, посмотрим на картинку. А, теперь вот. То есть распорядок такой себе. Фотография тени девочки рядом с женщиной, идущей по тротуару. Это можно по РЕН-ТВ показывать. Невероятно со словом. И тема там про молодость. Ну, картинка. Газетная вырезка: иллюзионист объявлен в розыск по делу о пропавшей помощнице. Надо же. Иллюзионист в розыске по делу пропавшей помощницы. Иллюзионист объявлен в розыск по делу пропавшей помощницы. Боже мой. Три раза читаю. Скотланд-Ярд разыскивает известного иллюзиониста Артура Ильиску в связи с исчезновением его ассистентки мисс Авроры Роуз, проживавшей в Чиппинг-Нортон. Последний раз мисс Роуз видели на сцене театра на Бейкер-стрит во время знаменитого номера Ильиску. Ильиску прославился фокусом, в ходе которого его ассистентки исчезали, а затем вновь появились. Но 28 октября вторую часть номера выполнить не удалось. После задержания Ильиску заявил, что и сам озадачен тем, что мисс Роуз не вернулась на сцену, и этим испортила номер. Она должна была раствориться в воздухе, заявил Ильиску, то после этого вернуться. Инспектор полиции Жиль Лестрейд не обнаружил никаких признаков преступления. Более того, полиции не удалось найти вообще никаких доказательств присутствия мисс Роуз в мире смертных. Ильиску был освобожден в четверг. И, как нам стало известно, он также исчез. В смысле, представления Ильиску на Бейкер-стрит были отменены, а в отеле Blackstone, где он остановился, его не видели почти с самого момента освобождения. Его вещи по-прежнему в комнате, а прислуга сообщает, что некоторые предметы одежды были таинственным образом
передвинутые, но кто это мог сделать, неизвестно. Лицам, располагающим сведениями о местонахождении мистера Элиску и мисс Роуз, просьба обратиться в Скотланд. Шикарно. Не, ну тут четко написано, это там читалось не очень. Рассерват экзорцизм. Во, это графика 3. Это графика 3, Unreal 3. Всегда смазано в начале, а потом уже все это прогружается. Admite to Street Neris Eslem. Это вот эти что ли люди, да, пропавшие? Ох, вы фокусники, а? Твари вы такие. Лекция доктора Уильямса Джеймса. Изучение мультивселенной посредством мистических практик. Лекция доктора Уильямса Джеймса. Профессор психологии Гарвардского университета. Автора книги «Множественная вселенная и значение времени». Основатель американского общества физических исследований 2 декабря 2000 в Фрост-Холл. Астрономически видимая вселенная лишь одна из возможных. Другие вселенные могут существовать параллельно нашей. Собрание всех миров создает мультивселенную. Что мультивселенная означает для эпистемологии и эсхатологии? Возникают ли новые вселенные как следствие свободной воли? Можно ли перейти из одной параллельной вселенной в другую? Кроме того, доктор Джеймс опишет свои исследования мультивселенной через мистические переживания и опыты с закисью азота и ниотом. А, пиота, боже мой. Я П увидел как Н. Боже мой. Не, ну у меня со зрением все нормально. Просто шрифт маленький. А, не, ну это легко. Ну это ж... А, нет! Брат! Шикарно. Так. Да кто там? Картина, изображающая влияние теневого измерения на наш мир. Ну, короче, сейчас это... Фотки из РНТВ. Понятно. Невероятно. О боже мой. Посмотрим. Научный подход к вопросу. Нормально. Картина переноса скелета в тень. Нормально. Значит, нужно что-то наверху сделать, верно? Блин. Это я вышел нечаянно. Подожди. Тут какая-то у вас хренотень. Здесь.
понятное дело, что здесь нужно ящик перетащить, да? А можно дверь открыть, да? Скорее всего, нет. Жалко. Жалко. О, фотография. Экзорсишн еще не выросла. 1900 год. Афиша с Винченцо и Дон. А, это та, что ли, исчезнувшая? Всемирная выставка, ага. Ни хрена себе. Ну ее лицо видно, а его-то нет. Ох, блин, магия не доведет до добра. Ты смотри-ка, фокусы показывает. Ну только здесь. Понятно. А значит... Подожди-ка, а можно вот эту штуку направить? Нет, да? Блин, что же делать, а? Что же делать, что же делать? Ну это тоже быстрая хренотень. Это тоже быстрая хренотень. Я с этим ничего не могу поделать. А можно прочитерить? Оп. А, ну да, конечно, да. Невидимая стена мешает преграды. Ну мы спускаться не будем в самый вниз. Зачем это нужно? Оп, шикарно. Нет. Тринадцатый год. Так, а там еще что-то нужно показывать. Меня вот это вот напряг... О, боже мой. Я просто... Да, не взял коробку. Шикарно, брат. Шикарно. Не, а давай вот так поставим. И будет ли работать эта физика? Опа! Да. Физика-то работает. Физика работает. Так, теперь остается вот здесь. Опа. А я думаю, что я не справлюсь. Ну мы подождем. Давай, о. Скорее всего уронить. Ух ты ж. Ой. Страшно, страшно. Очень страшно. Так.
взаимодействовать. Нет, выйти из тени. Вроде бы все, но я так, наверное, не думаю. Мы это сделали. Теперь остается добавить источник света. С источником света сейчас попробуем добавить. О, ну давай попробуем. А! Попробовали. Плохо попробовали. Давай. Так, подожди. Ну я ж нажал. Я ж нажал, брат. Походу не дотягивает. Давай вот так. Вот, блин, ну получилось. О, тихо. Тихо, все, работаем, работаем. Ну, мы не спеша, мы вообще не спеша. Давай-ка это. Шикарно, все. Так. Да, в смысле? Я возвращаюсь домой, да. Боже мой, брат. Во, шикарно. Не спеша. Так, теперь здесь. Так, ну здесь опять какая-то хрена тень. А, надо же. Так, ну давай-ка. Опа. Опа. Шикарный брат. Поднимаемся. Поможет еще. Оп. Хорошо, что они стоят. Но я вообще субтитры вообще не читаю. Так, ну давай-ка. Опа, шикарно. А мы прыгать не умеем. А мы прыгать не умеем. А не, умеем. Я ж несколько раз нажал. Наконец-то к маяку мы добрались. Теперь остается понять, где это. А, вот, ну да, нашли. Издалека нашли. Встретиться с Диди на сцене. Gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal. I got the lights on. We'll talk about this after. Ladies and gentlemen. Починила свет. Да. Albert Einstein tells us that our universe may not be the only one. There may be infinite others, each slightly different from ours. What are dreams in our world? Maybe reality in those. To citizens of these other worlds, we are shadows. This appears to you to be an ordinary box, but it is actually what we call a tesseract,
or an octocoron. Suppose I open it, not in the three dimensions we live in, but along its fourth dimension. Ooh. I can take out surprising things, things that are familiar and yet strange. Это кто такой? Боксер? Или чувак, который на гармошке играет? But in this world of shadows, what seems familiar may be dangerous. Я обосрался. What you don't know can hurt you. But what frightens you can also turn into something of surpassing beauty, if you only understand. И люди аплодируют. Блин, создали еще более опасного монстра. Да. Иллюзия обмана прям. Свои трюки, блин, используют, блин, с помощью голубей. Так, она пошла туда. Пройти вместе с Диди за сцену. Чтобы что? А это до сих пор третий акт закрыть глаза. Вот это мне не нравится, закрыть глаза. Давайте за... I tried, Kat. I really tried. Mom was right. I made a lot of promises I couldn't keep. What is with you? Что с тобой? I'd be in the river. But it worked out, Daddy. I nearly got you hurt, kiddo. You would have saved me if I needed it. Теперь можно управлять? Шикарно. Ну что там у вас? Enjoy the show. I want you to meet the little girl who turned the lights back on. You made the lighthouse work? I fixed the puppet show too, and the pirate ship. You fixed the pirate ship? It was only a little broken. See? She's almost as smart as you. Of course, she's brave too. What's that supposed to mean? That you're rich, famous, and afraid of a little girl. What would you have me do, Mr. Fenris? Take her on my world tour? Take her to Shanghai and Istanbul and those other filthy and dangerous cities as some sort of apprentice? Is that what you came here to propose? Daddy, no! I don't know, just... Dee Dee deserves better. They both deserve better. They need you. I think they need you. Me? I'm a walking calamity. No, Daddy, we you need you. You risked your life to be with them. Johnny, what did you do? He nearly got himself killed to get you back. I wouldn't do that for anybody. But I'm just gonna keep screwing up. I can help you fix things. Работай, дядь, работай. Would you take me back? For good? Так, подожди. О, боже мой. Yay! Would you like to see my workshop again? Yeah. I bet you get to Shanghai on your own steam. But how? Well, you'll figure something out. After all, you are my daughter. Нихера себе. How did you do that? I thought only Dawn could do that. It's been a long time, hasn't it? Thanks for taking care of Dee Dee. Да пожалуйста. И все? Не, серьезно. Серьезно? Это вся игра? Брат. Ой, боже мой. Я даже не знаю, что могу сказать. Блин, игра очень супер короткая. Я даже не почувствовал эту игру. Ну, серьезно. Хорошие загадки, хорошие... Вот. Но, блин. Все хорошее здесь, в этой игре. Хорошо, что семья снова воссоединена, да. Все поладили, послали нахрен.
Ну, хоть мы не увидели вот этих двух дебигов, которые, типа, это, после удара в морду, типа, давай пригласим братика, может, выпьем, а? А я даже другие игры, блин, не приготовил. Ну, ни хрена себе. Я думал, что, типа, будет долгая игра и все такое. Оказывается, вау, просто вау.